На базе Центра детского и юношеского туризма уже несколько лет проводят такие соревнования, городские соревнования по вязке узлов, в которых участвуют у нас многие школы. В основном это воспитанники Центра детского и юношеского туризма, а также участвуют у нас кадетские классы и морская школа. Здесь у нас происходит вязка носилок, на которых туристы, спортсмены, они переносят пострадавшего или по навесной переправе, допустим, через реку. На таких носилках также цепляют за основную веревку и переводят на тот берег пострадавшего. Долго готовились. Мы еще первый раз участвуем, ничего не знали, и тяжело. Мне кажется, это очень интересно, там увлекательно. Вот. Ну, нам нужно было учиться там вязать узлы и все такое. Сама как думаешь, понадобится, вот в жизни пригодится это? Мне кажется, да, пригодится. На старт, внимание, смотри. Какой узел тебе досталось вязать и трудно ли было? Ну, для меня не трудно. Первый был простой проводник, я его за 5 секунд завязал. И мне поставили 0 баллов, ну, за хорошо то, что нет штрафных баллов. А второй двойной проводник. Я его, мне тоже было нетрудно, за 14 секунд завязал. На данный момент у нас лидирует команда 6-й школы. Они показали очень хороший результат. И на данный момент они на первом месте идут.